Всем привет, ребята! Вы на канале Полина Айс. И сегодня мне очень сильно захотелось снять пранки над Настей. Настя сейчас кушает на первом этаже, поэтому она меня не слышит. Сегодня будут максимально интересные пранки. Мне очень интересно посмотреть на Настю реакцию, так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что не подписавшись на него, ты пропустишь всего много классного и интересного. Также не забывай нажимать на колокольчик, а мы поехали. Так, ребята, я нашла вот такой вот липучий Настин старый слайм. Что мне какой-то бред тут лежит. То есть... Подождите, посмотрим, где она. Так, опять не прикинула уже. Так, ребят, сейчас Настя будет снизу подниматься, я сейчас буду ее с такой вот штучки брускать. Ребят, я сейчас в ванной, я сейчас хочу ее вот этим вот носом прыснуть, правда, он тяжело прыскает. Вот я сейчас тихо подберусь. Сейчас я тихо подберусь, и она, короче, с вами играет. Полин, иди сюда, слайм, смотри! Ребят, и это просто месть. Потому что я буду резать Полинины наушники. Точнее, не Полинины, а мои. Это мои старые наушники, которые уже не работают. У Полины в точности такие же, только новые. Это ее одни из самых любимых наушников. Я их просто-напросто разрежу. Это, наверное, будет самое то. Разрежу я прямо тут у динамика. Раз, два, три, я даже боюсь. Опа! Все, они разрезались. Так, вот, все. Ну, теперь зовем Полинку. Полин! Чего? Иди сюда. А что у тебя в руках делают мои наушники? Я немножко игралась и, короче, вот. Я знаешь, что хотела? Я хотела просто... Хотела делать тебе подарок, что такое, не забывай. Это типа месть, да, за все пранки? Зачем ты разорвала мои наушники? Кто тебя просил? Ну, они же недорогие. Ты же знаешь, как они дороги были. Ты что сделала вообще, ты понимаешь? Ну, они же недорогие. Может, я могу тянуть? Давай я возьму твой слайм. Вот, вот. А это уже перебор. В окно выкину, давай. Нет, нет, это уже перебор. Ты мне покупаешь новые наушники? И вот я тебе... Я выбрасываю слайм. Выбрасывай. Все равно ты не сделаешь. Я сейчас реально ее выбрасываю. Точнее, нет. Это же не этот. Я выброшу твой самый любимый. Самый любимый твой слайм. Ребята, ну реально мой слайм выкинула. В смысле, ты что, меня снимала, что ли?
Вот, видите? Ну что, открывайте. А? Закрой, на. Хорошо. Я просто тут снимаю.